Девчоночки, всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория. И сегодня я хочу показать вам свои пустые баночки за октябрь. Кому интересно такое видео, оставайтесь со мной. Девчонки, как всегда, начну со средств для дома. Первое, что покажу, это будет еще одна пачка стирального порошка от компании Faberlic. Это порошок концентрированный для стирки цветного белья. Объем его 1 кг. Он приравнен к объему 3,5 кг обычного порошка. Самое главное, что данное средство не содержит в себе фосфатов. И при стирке от белья нету такого резкого химического аромата. Также данный продукт подходит для людей, склонных к аллергии, и для маленьких деток. Мне нравится очень этот продукт. Большим удовольствием его покупаю, стираю, хорошо отстирывает белье. Так что буду брать еще неоднократно. Следующий продукт, который покажу, это пятновыводитель. Универсальный экстра окси, кислородный, от компании Faberlic. Здесь хороший объем его, 500 грамм. Продукт широкого спектра применения, то есть его можно использовать, девчонки, добавлять при стирке к стиральному порошку для усиления эффекта стирального порошка. Также данное средство хорошо подходит для замачивания белья, для чистки ковров, для чистки обивки мягкой мебели и для чистки на кухне. Хорошо очищает столовые поверхности и очищает хорошо чайную кофейную посуду от пятен, от следов чая и кофеина. Классный продукт, я им очень-очень довольна, это мой must-have, покупаю его постоянно, хватает его надолго, поэтому, девчонки, кто не пробовал, всем советую просто взять на пробу, я думаю, что вам тоже он понравится. Следующий продукт тоже мой must-have, это средство чистящее для ванной комнаты, у меня закончилось еще в старой версии, сейчас я вам уже говорила, что вышла обновленная версия, где менее выраженный аромат и более улучшенная сбалансированная формула. Продукт просто бесподобный, чистит ванну на ура, даже если у вас ванна, то есть она не новая, если ванна старенькая, то продукт очистит ванну до блеска. Справлялся это средство за 10 минут с чисткой. Новое средство у нас наносится до 5 минут. Наносится на губку, губкой разносится по поверхности, затем это все смывается душем, смывается водичкой, и все, ванна чистая и блестящая. Классный продукт, советую. Следующий продукт, который у меня подошел к концу, это вот такое средство для мытья посуды от компании Faberlic, концентрированное с экстрактом шалфея. Подходит оно от нуля, то есть от рождения. Можно им мыть детские бутылочки. Здесь, девчонки, очень хороший состав на основе жирных спиртов кокосового масла, то есть на основе кокосового масла данный продукт, поэтому им можно даже мыть овощи и фрукты. Продукт классный, я вам тоже всем советую взять на пробу. Сейчас в компании у нас есть три вида данного средства с различными ароматами. Девчонки, но мне этого продукта хватило на 2 месяца. Конечно, я его особо не экономлю, стараюсь лить поменьше на губку, но вот за 2 месяца у меня бутылочка ушла. И сейчас я пользуюсь таким же с малинкой, мне очень-очень нравится, просто бесподобный аромат малины, приятно мыть посуду с такими средствами. Конечно, спасибо за это компании, что для нас, женщин, выпускают такие классные продукты. Следующий продукт, который у меня закончился, это будет, ну, буду брать по порядку, начну, наверное, с шампуней. Как всегда, девчонки, закончилась у меня парочка от компании Faberlic, это мои любимцы, мой must have, мне очень нравятся эти средства. Это Faberlic Expert, это альтернатива салонной процедуре на дому, шампунь для глубокого восстановления волос с маслом амлы. Шампунь подходит для заметно поврежденных и пористых волос. И тоже кондиционер-сыворотка из этой же серии. Здесь объем 250 мл и в этом продукте 200 мл. Очень мне не нравится, классные, потрясающие продукты. Кто не пробовал, возьмите на пробу. Средства действительно очень-очень хорошие. Следующие два шампуня, два средства для волос, это также шампунь и бальзам от компании Faberlic из серии Этна Ботаника. Шампунь блеск и шелковистость для окрашенных и лишенных блеска волос и бальзам из этой же серии. Девчонки, ну, я бы сказала, что эти продукты относятся, я не хочу, может, девчонкам, кому понравился, никого обидеть, но, знаете, для меня эти средства были как чемодан без ручки. И нести тяжело, и выкинуть жалко.
Что хочу сказать, я покупала эти продукты, наверное, еще в начале июня, и вот только-только я их доизрасходовала. Особенно это касается шампуня. Шампунь мне не понравился тем, что он спутывает мои волосы, волосы стали от него сильнее выпадать. В общем, не понравился шампунь, больше брать из этой серии я для себя не буду. Насчет бальзама, хочу сказать, что бальзам, да, бальзам хороший в этой серии, бальзам довольно неплохой, волосы после него очень мягкие, волосы живые, волосы хорошо потом расчесываются, вот к бальзаму у меня претензий нет, но шампунь не понравился, поэтому я больше покупать эти продукты не буду, ну, это личное дело каждого, решать вам, но для моих волос они не подошли. Следующие продукты, которые у меня закончились, это мне присылала Жаннуля. Жаннуль, тебе большой-большой привет. Спасибо тебе большое еще раз за твою такую огромную классную посылочку. Я вам уже в недавнем своем видео показывала, что я выиграла конкурс на канале Жан. Я вам оставлю ссылочку на ее канал под моим видео. И Жанна мне прислала продукты с конкурса и прислала мне кучу-кучу очень классных, очень интересных подарков. И я закончила вот такой вот шампунь от компании Ivrochet. Это у нас шампунь, который не содержит в себе силиконов, ухаживает за волосами, не утяжеляя их. Это растительный уход для волос. Нежный шампунь с гамомелисом. Здесь, девчонки, хороший объем, 300 мл. Что хочу сказать по поводу этого шампуня. Этот шампунь тоже он не перламутровый, он прозрачный, но мне он очень понравился. Понравился тем, что он хорошо промывал мои волосы. Волосы он не спутывал абсолютно. Волосы не утяжеленные, легкие, послушные. Понравился продукт, поэтому с большим удовольствием я его использовала. И сейчас вот у меня он попал в пустые баночки. Далее, девчонки, следующий продукт, который у меня закончился, это такое вот жидкое мыло. Это жидкое мыло для кухни, устраняющее запахи с цветочным ароматом. Да, действительно, хорошо устраняет запахи от рыбы, если вы жарите рыбу, если вы разделываете сельдь, если вы руки у вас специи, чеснок, мясо, все это хорошо он удаляет, на ура, нейтрализует эти запахи. Это все не обман, действительно так и есть. Ну вот мои из этой серии самые любимые, это вот с яблочком, то есть с фруктовым ароматом и с цветочным ароматом. Для меня на сегодняшний день являются самыми-самыми вот любимыми из этой серии жидких мыл. Далее, девчонки, следующее, что у меня закончилось, это жидкое мыло от компании Avon из серии Senses. Называется мыло «Освежающая морская лагуна». Жидкое мыло нейтрализует запахи. Да, это продукт тоже нейтрализует запахи, но, конечно, если сравнивать вот с этим первым, то это вот действительно нейтрализует запахи. Этим я пользовалась в ванной комнате. Приятный аромат. Я думаю, что многие девчонки уже пробовали серию «Морская лагуна». Просто потрясающий аромат, очень приятный, классный. Понравилось мыльце. Здесь его объем 250 мл. Чтобы один раз помыть ручки, нужно где-то 2 нажатия сделать на помпу. Следующий продукт, который у меня закончился, это вот такой дезодорант Adidas. Понравился мне этот продукт, хорошо он предохраняет от запаха пота, имеет прекрасный аромат и самое главное, что не вызвал аллергии. Тоже вот эти, девчонки, дезодоранты из серии Adidas, очень хорошие. Кто не пробовал, советую вам взять на пробу. Следующий продукт, это закончились данные средства моего мужа, два дезодоранта от компании Avon. Первый Black Sweet Touch, такой вот серенькой упаковочки шариковой, и второй аэрозольный Elite Gentleman. Гельмен очень-очень приятно пахнет. Я бы советовала вам приобрести для себя такую же из этой серии парфюмерную водичку. Просто приятный аромат, очень-очень приятный. Следующий продукт будут у меня ватные диски. Ватные диски Bella Coton. Я уже вам говорила, это мои самые любимые диски. Я их покупаю постоянно в магазине Магнит Косметик, когда у них идет акция. Хорошие, очень довольно, нравятся. Следующий продукт, который подошел у меня к концу, это вот такие два продукта. Я уже вам показывала их, девчонки, может уже надоело с ними. Это у нас тоник
из серии Airstream, кислородный баланс для жирной комбинированной кожи. Здесь объем 200 мл, это абсорбирующий тоник, он хорошо тонизирует, освежает кожу, хорошо матирует ее и успокаивает мелкие очаги воспаления. Тоник классный, бесподобный, я им очень довольна. Просто на сегодняшний день это мой must-have. Бесподобный тоник, тоже вам советую, у кого комбинированный тип кожи, взять для себя на пробу. Следующий продукт — это мусс для умывания из этой же серии Airstream, кислородный баланс для жирной комбинированной кожи. Очень люблю этот продукт использовать по утрам, когда вы просыпаетесь, и вот здесь у вас Т-зона, вот это все вот, ну, после сна поры раскрываются, все это жирное, и поэтому вместо мыльца прекрасный продукт для умывания, мне очень-очень нравится. Следующий продукт, который у меня закончился, это, как всегда, девчонки, жидкость для снятия лака без ацетона «Дамский пальчик». Покупаю я ее постоянно. Она очень-очень дешевая, бюджетная, хорошо удаляет лак с ноготков. Мне нравится. Следующий продукт будет у меня от компании Faberlic. Это очищающий пилинг мусс из программы очищения и обновления кожи. Это мой must-have, мне очень нравится этот продукт. Он действительно хорошо пилингует мягко вашу кожу. Наносится он на 2-3 минутки на лицо. Затем массажными движениями вы делаете массажное движение по лицу и смываете теплой водичкой. Здесь у него очень нежная кремовая текстура. Мягко удаляет он старые клетки с поверхности кожи, и лицо делается действительно такое вот, знаете, гладкое, шелковистое, очень приятное. Буду покупать еще неоднократно, очень-очень нравится мне данное средство. Следующий продукт, который вам покажу, это тоже от компании Faberlic. Я вам уже показывала, что я купила серию «Оживляющий курс. Кислородная мезотерапия». В этом наборе 6 вот таких ампул. Я уже, одна у меня закончилась. Девчонки, продукт просто бесподобный. Он настолько... От него кожа гладкая, кожа упругая, напитанная, увлажненная. Просто... супер средство, его можно использовать как отдельно утром и вечером, так и можно использовать под дневной крем. Я сейчас пользовалась вот этим продуктом и дневным и ночным кремом из серии Гардерика. Очень мне нравится эффект. Сразу, вы знаете, наверное, после второго применения уже видно разницу на вашей коже, как кожа у вас наполняется объемом изнутри, она увлажненная, она упругая, она гладенькая, прелесть, супер средство, поэтому, кто не пробовал, я советую этот продукт к покупке. Следующий продукт, который у меня подошел к концу, это будет гель для душа, его также мне подарила Жанночка. Жануль, спасибо тебе большое, пользовалась я данным продуктом, обычно этим гелем нравилось не пользоваться перед сном, так как аромат лаванды всегда успокаивает, поэтому... Здесь даже написано, что это расслабляющий гель для душа, приятный аромат лаванды. Хорошо, девчонки, гель для душа пенится, прекрасно смывается, не сушит кожу, поэтому осталась довольна этим продуктом. Спасибо, Жануль, большое-большое. Следующий продукт также мне в подарок присылала Жанна. Это у нас жидкое мыло из этой же серии Jardin du Monde. Лаванда Прованса. Также, но я пользовалась в течение этого месяца этим продуктом. Очень мне понравилось это мыло. Хорошо пенится. Здесь, девчонки, достаточно даже одного нажатия. Мыло выходит достаточное количество, чтобы можно было помыть ручки. Хороший продукт, понравился тоже. Следующий продукт, который закончился, это вот такой гель для душа от компании Faberlic из серии Beauty Cafe. Спелая смородина. Ну, за эти продукты, я думаю, много говорить не стоит. Очень классные продукты, действительно вкусно, несъедобно. Действительно пахнет он смородиной, листочками с черной смородины. Очень приятный, такое ощущение, что вы стоите где-то вот на улице, и рядом растет куст черной смородины. Прекрасный аромат, прекрасно пенится. Здесь объем 200 мл, так что, девчонки, продукт очень хороший, мне понравился. Следующий продукт, который у меня закончился, это... тоже от компании Faberlic гель для душа «Ликующая Бразилия», розовый перец и цветок каштана. Вот этот аромат мне почему-то он понравился не очень. Я его, девчонки, долго, он у меня стоял в ванной комнате, пользовалась я им нечасто, поэтому, ну не знаю, вот не понравился мне по аромату, такой аромат я больше покупать не буду. Ну не мой немного аромат, поэтому...
тяжело, я его, скажем, добивала, этот продукт, но все-таки он у меня закончился. Я вообще люблю пользоваться всегда как-то вот разными гелями для душа. Вот те, которые полюбились, они у меня заканчиваются быстрее, а которые вот не очень по аромату, всегда долго стоят в ванной. Следующий продукт, который у меня закончился, это вот такой увлажняющая вода от компании Faberlic из серии Оранжерея «Милый жасмин». Очень приятно пахнет, девчонки. В отличие от твердого кускового мыла, мыло кусковое из этой серии мне не понравилось, как пахнет. Какой-то такой резкий аромат жасмина, химозный, не очень приятный. Что не скажешь об этом продукте. Этот продукт пахнет очень приятно. Действительно, вот как будто вы стоите где-то вдалеке, веет ветерок и слышен аромат жасмина. Здесь аромат он не очень стойкий, так как продукт не содержит спирта, но кожу увлажняет он неплохо, поэтому советую к покупке, можно взять на пробу. Далее, девчонки, закончилась у меня вот такая водичка. Это ароматная натуральная вода. Ароматическая вода с эфирным маслом розы для всех типов кожи. Присылала мне этот продукт Аида. Аида, тебе большой-большой привет. Аида живет в Крыму, она тоже блогер. Мы с ней менялись, делали обмен посылочками. Она мне присылала на пробу крымскую косметику. Девчонки, я посмотрела здесь состав данного продукта. В составе только у нас масло эфирной розы содержится. Так что продукт очень классный, подходит он, можно как тоник его использовать, также можно использовать его как спрей лед данный продукт, и можно использовать его, наносить на кожу. Действительно, такой вот аромат розы очень приятный, понравился продукт. Аида, спасибо большое тебе. Далее, следующий продукт, который у меня закончился, также мне присылала его Аида, это у нас маска косметическая для волос, укрепляющая шоколадница. Девчонки, как он мне понравился. Я бы такое, не знаю, еще повторила и купила бы, наверное, в запас не одну такую упаковочку. Очень классный продукт. Здесь столько в нем масел. Я вам уже показывала, сейчас зачитаю. Здесь содержится масло какао, масло жажаба, масло оливковое, масло зародышей пшеницы, масло виноградных косточек, масло миндальное, витамин Е, масло льняное и экстракт какао, а также лопуха. Девчонки, продукт просто бесподобный. Здесь содержится, ну, я не знаю, если перечислить, взять это все в купе, то весь необходимый витаминный комплекс для ваших волос. Хватило мне его на 4 раза, этой масочки, на мои волосы. Наносится маска на 30-40 минут. Все это укутывается полиэтиленом, полотенчиком. Затем вы смываете, волосы блестящие, волосы живые. Они действительно не так сильно потом выпадают после этой маски. Советуют наносить ее 2 раза в неделю, данный продукт. И вы знаете, он сохраняет свое свойство где-то до 3 дней. Я вот каждый день мою голову шампунем, но до 3 дней слышен аромат шоколада от волос. И также волосы очень-очень блестят после этого средства. Так что мне очень понравилось. Аида, спасибо тебе большое-большое. Продукт просто шикарный. Я осталась, девчонки, очень довольна данным средством. Хоть бери, заказывай Аиды еще такие маски в пользование. Классные. Вот я у нас смотрела, таких в продаже я у нас не видела. Следующий продукт, который у меня закончился, это 2 вот таких мыльца. Это мне присылала Жанночка. Жануль, тебе большое-большое спасибо. Еще раз тебе огромный привет. Первое мыло, это у нас мыло Монпари. Его изготавливают в Нижнем Новгороде, на родине Жанны. Классное мыло, бесподобный аромат, понравилось нам всей нашей семье, так что мыло очень-очень хорошее. И следующее мыло, это у нас мыло от Yves Rocher, восточный хаммам, традиции хаммама, восточное мыло с оливковым маслом. Тоже, девчонки, очень классное мыло, но здесь у него такой вот, вы знаете, своеобразный восточный аромат у данного мыла, но очень приятное, но в использовании приятно раскрывается на коже. Так что мыло тоже нам это понравилось. И здесь видно, что мыло натуральное, что вот такой у него натуральный состав, что действительно содержится здесь оливковое масло. А также, девчонки, здесь содержится биомасло органии. Классное мыло, бесподобное, понравилось очень. Жануль, спасибо тебе еще раз большое-большое. Девчонки, следующий продукт, который у меня закончился, это вот такое мыло Dove. Оно содержит в себе
1/4 увлажняющего крема для питания и увлажнения кожи. Классное мыло. Очень я полюбила мыло Dove. Для тех, у кого очень сухая кожа, оно просто великолепно подойдет, так как кожа выглядит после него увлажненной. Такое ощущение, как будто вы искупались и нанесли на себя еще увлажняющий крем. Супер, классное, очень нравится. Дальше, девчонки, следующий продукт, который покажу, также будет мыло. В этот раз у меня мыла не очень много, потому что муж у меня несколько упаковок просто выкинул. Я говорю, куда ты деваешь мыло? Коробки я выкидываю. Я говорю, ну, я ж собираю. Ну, вот, вот так получилось, что дивизии в этот раз у меня мыльной меньше. Дальше, следующее мыло, которое закончилось, это мыло Palmolive «Роскошная мягкость» с черной, с экстрактом орхидеи. Это мыльце из этой серии, мое самое любимое. Классно пахнет, приятный такой вот аромат, дорогой аромат. Девчонки, мыло очень бесподобное, поэтому советую тоже вам попробовать такое. Следующее, девчонки, что у меня закончилось, это две зубных пасты. Первая зубная паста от компании Faberlic, плюс 200% концентрированная. Но она, конечно, хорошо пенится, прекрасно освежает полости рта, действительно концентрированная. Но мне, чтобы выдавить с горошину, конечно, не хватало, чтобы почистить зубы. Я пользовалась ею, пользуюсь всегда, как обычной зубной пастой. Но очищает хорошо, аромат приятный. Так что паста хорошая, советую вам такую к покупке. Далее, следующая моя любимая паста, это Сплат Ультра Комплекс. Уход и отбеливание для чувствительных зубов. Очень хорошая зубная паста, девчонки. Мне она очень нравится, полюбилась. Люблю эту зубную пасту, поэтому тоже советую вам такую попробовать, кто не пробовал. Следующее, девчонки, я вам уже надоела, наверное, с этой краской. Я вам покажу, закончилась. Я уже стараюсь вам через раз, наверное, показывать. Закончилась у меня краска от L'Oréal Casting Cream Gloss. Без аммиака. Оттенок номер 400, каштановый. Очень нравится мне эта краска. Здесь, девчонки, я тюбик уже выкинула, но здесь вот такой в ней содержится бальзам. Эту краску покупать можно только из одного бальзама. От бальзама волосы струящиеся, блестящие, классные. Вот если сделала нам бы компания такой бальзам отдельно, большой туб, я бы с большим удовольствием покупала, так как он великолепный бальзам в этой краске. И краска сама очень хорошая. Она не жжет волосы, не пересушивает их. И волосы выглядят после нее просто великолепно. Поэтому нравится мне эта красочка. Всем, девчонки, вам советую на пробу взять. Следующий продукт, который закончился, это вот такая маска для волос от Агафьи, яичная. Это питательная маска для всех типов волос на основе яичных протеинов и ржаного солода. Неплохая маска, но вот я из этой серии покупала, девчонки, маску репейную. Репейная мне понравилась больше, чем яичная. Ну а так вот тоже для дополнительного ухода очень хорошее бюджетное средство для волос. Следующий продукт, который у меня закончился, это тоже маска для волос от Агафьи, маска семисильная. Здесь очень хороший состав у данного продукта, очень приятно пахнет маска, хорошо волосы после нее расчесываются, блестят волосы, живые. Тоже понравился мне данный продукт. Здесь у нас, девчонки, для укрепления корней. Кедровое масло для питания, дубовый мох для укрепления, моралий корень против выпадения, пчелиный воск для эластичности, сок столетника для увлажнения, луковая шелуха для густоты, шишки черной ольхи для роста. Вот такая вот хорошая маска. Очень люблю средства от Агафьи, поэтому беру всегда с большим удовольствием. Следующий продукт, девчонки, который у меня закончился, это вот такой пробничек. Прислала мне его тоже Жаннуля. Это у нас увлажняющий гель для душа серии Senses, аромат тайны, экзотическая роза и жасмин, крем-гель для душа. Приятный очень аромат, классно раскрывается в ванной, бесподобно пахнет тело. У меня такой гель уже был. Я, наверное, девчонки, попробовала, вспомнила снова прекрасный аромат этого геля. Еще раз его повторю. Жануль, спасибо большое. Далее, девчонки, следующее, что у меня закончилось, это вот такая маска. Я вам уже ее показывала, она была у меня недоиспользованная. Присылала мне ее Аидочка. Это маска на основе грязи Сакского озера. Она обладает, является хорошим антисептиком, нормализует обмен веществ и профилактика старения кожи. Это 100% натуральный продукт. Очень понравился мне этот продукт. Конечно, здесь такой вот специфический запах сероводорода, но к нему привыкнуть можно ко всему. Так как продукт натуральный, здесь действительно содержится грязь Сакского озера. Кожа
выглядит подтянутой, великолепной, тон кожи выровненный, хорошо сужает поры. В общем, понравилось, классный продукт. Аида, спасибо тебе огромное за такую масочку. Далее, девчонки, следующее, что у меня закончилось. Это две, попробовала я два вот таких пробничка. Присылала мне также их Жаночка. Первый пробник — это от Pierre Rico, сыворотка «Клеточная молодость». Девчонки, классный продукт. Поначалу я ни разу продукцию компании Pierre Rico не пробовала. И вот она мне прислала на пробу пробнички. Понравилось, вначале наносишь, что лицо такое впитывается не сразу, лицо вначале увлажненное, напитанное, сыворотка это очень питательная, затем она впитывается, лицо чувствуется, вы знаете, что вот оно изнутри вот становится такое вот, придается лицу тонус хороший, упругость, напитанность, то есть классный продукт, очень понравился мне. Вот так выглядит сама сыворотка, я вам покажу поближе. И понравилось, действительно достойные, хорошие продукты. Следующий продукт, который я тоже попробовала, это также прислала мне Жанюля, это реактиватор света. Это у нас флюид для самостоятельного нанесения или после дневного крема от компании Yves Rocher. С компанией Yves Rocher я была знакома ранее, как-то для себя тоже заказывала крема. Хочу сказать, что средства от компании Yves Rocher также очень хорошего качества, они неплохие. И здесь такой продукт, вот он как... ну, наподобие сыворотки хайлайтера, здесь мелкие-мелкие такие вот светоотражающие частички содержатся, мелкие наносишь на кожу, вот действительно вот реактиватор света, кожа начинает, вот как после хайлайтера, вот такой вот эффект блеска, сияния кожи изнутри, хороший продукт, тоже понравился, девчонки. Следующий продукт, который у меня закончился, это укрепитель для ногтей от Френчи с витамином В5, А и Е. Тоже мне нравится этот продукт. Хорошо от него оздоравливаются ногти. Но, девчонки, я им пользуюсь уже на протяжении, наверное, полугода. И хочу сказать, что мои ногти к этому продукту стали постепенно привыкать. И снова начинают они у меня ломаться. Снова начинается с ними безобразие. Поэтому, наверное, я все-таки дам им передохнуть и сменю этот продукт на какой-то более... наверное, профессиональный, более такой вот получше продукт, придется поменять пока этот укрепитель. Мне посоветовала Жанюля один из продуктов очень хороших, поэтому, наверное, скорее всего, я попробую тот продукт, который советовала мне Жанночка. Далее, девчонки, следующее, что у меня закончилось, это две туши. Первая тушь от компании Faberlic из серии Secret Story, называется она «Секретный сигнал». Классная тушь, моя самая любимая тушь на сегодняшний день в компании. Она, я повторюсь еще раз, питательная. Помимо того, что она делает ресницы объемными, пушистыми, хорошо их разделяет, она не осыпается, эта тушь. И также еще, девчонки, хорошо питает реснички и ухаживает за ресничками. И здесь такая вот хорошая классическая щеточка. Я люблю такие щеточки, как-то не люблю использовать силиконовая, вот нравятся мне вот именно такие щеточки. Классная тушь, очень хороший продукт, поэтому кто не пробовал, девчонки, все возьмите, я думаю, что из вас никто не останется к нему равнодушным. Далее закончился у меня вот такой пробничек, это мне тоже присылала Жанночка. У меня есть полноразмерная версия данной туши, я пользовалась, когда Жанна мне прислала эти продукты через день. День тушью от компании Faberlic и день вот этой тушью. Эта тушь у нас для объемная тушь для ресниц, Couleur Nature, для придания объема. Здесь, девчонки, тоже очень такая, у нее хорошая кисточка. У меня здесь осталось, девчонки, совсем-совсем вот уже красить ею чуть, ну, немного продукта. Классная здесь пушистая кисть, просто великолепная на этой туши. Ресницы от нее очень большие, шикарные. Она также держится в течение всего дня, тушь не осыпается. Поэтому, кто не пробовал, кто вот, девчонки, заказывает в Yves Rocher, я вам тоже советую всем приобрести такую тушь. Сегодня эта тушь у меня на ресницах нанесена. Вот видно, что действительно ресницы объемные, большие после использования данной туши. Следующий продукт, который я выкидываю, это вот такие румяна, я вам показывала в своих покупках, румяна от Demini. Бесполезный продукт, девчонки, или мне достались несвежие румяна, они плохо набираются, они засаливаются, в общем, не знаю, что с ними делать, с этими румянами. Скорее всего, что румяна просто-напросто не свежие, поэтому я их выкину, и когда будете покупать, смотрите внимательно, хотя по срокам годности все нормально, но все-таки...
как-то выглядят они не ахти, поэтому пользоваться ими не буду. Далее, следующий продукт, который выкидываю, я вам уже показывала, это новинка в компании Faberlic из серии Airstream, кислородный решейпинг. Это укрепляющая маска-патч для кожи век. Классная маска против провисания кожи век, укрепляющая для кожи век. Она повышает упругость ослабевшей кожи, подтягивает кожу вокруг глаз. Это все действительно так. Способствует уменьшению отеков и темных кругов под глазами. Да, действительно, как-то круги под глазами менее заметны, но, конечно, совсем она вам их не уберет, просто она их немножечко уменьшает. Но что прям у вас не будет, если они у вас есть, вот синяки под глазами, то, конечно, никуда они не денутся. И придает коже тонус, разглаживает мелкие морщинки. Классный продукт. Здесь вот таких два патча, я его уже показывала. С одной стороны тканевая, липкая основа у нас клеится под веки. Здесь такая она силиконистая. Хорошие патчи, поэтому, девчонки, приобретайте. Особенно сейчас действуют карточки, либо по карточкам, либо будут хорошие скидки. Продукт очень неплохой, достойный. Следующий продукт, который я также выкидываю, это у нас идет крем-масло для тела от компании Infinum. Конечно, очень жаль, что сейчас компания Faberlic не сотрудничает с данной компанией. Назывался этот продукт «Чувственный шоколад». Действительно пахнет, как будто, вот вы знаете, вы нанесли... Вас обмазали шоколадкой, вот на свежем воздухе очень приятный аромат. Ну, просто уже у меня осталось его не очень много здесь, но подошел к концу срок годности, поэтому я решила его выбросить. Следующий продукт, который у меня закончился, это водичка парфюмерная от компании Avon Instinct. Я ее использовала наполовину, затем использовали с моей как освежителем. Просто она мне немножко приелась, надоела, а так приятный аромат. Такой вот он, я бы сказала, что вот для осени, для зимы будет очень-очень, кстати, приятно пахнет. Так что в целом водичка, девчонки, неплохая. На этом были все мои баночки за октябрь. Кому понравилось мое видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, не пропускайте новые видео. С вами была Виктория. Пока-пока, до свидания, до новых встреч.